Даешь строительство справедливости. Именно такой лозунг был выбран для первомайской демонстрации в этом году. Праздничные колонны объединили представителей предприятий и организаций, учебных заведений, политических партий и профсоюзов. В праздничном шествии принял участие и губернатор Курганской области Олег Богомолов. Этот праздник имеет свой смысл особый. Сегодня этот день, когда, в общем-то, власть, работодатели и трудящиеся могут еще раз взвесить свои позиции. Еще раз посмотреть на те проблемы, которые не решены еще. То, что мешает сегодня людям жить, достойно воспитывать детей, значит, получать все социальные гарантии и услуги. Этот день еще раз как бы дает нам возможность провести вот такую оценку. Глава Зауралья напомнил собравшимся. Область сегодня успешно развивается. Правительство уверенно решает задачи модернизации экономической и социальной сферы. Власти региона полностью разделяют позицию Владимира Путина о том, что Россия была и останется социальным государством. В правительстве и дальше будут прилагать усилия для улучшения демографической ситуации, построения новой экономики, стабилизации рынка труда, создания новых рабочих мест, полного решения всех социальных проблем. Депутат Государственной Думы от Курганской области Александр Льтяков уверен, Международный день труда будет актуален еще долго. День солидарности трудящихся, как он был, так он и остается. Мы добавляемся «Мир, труд, май». Эти актуальные лозунги как звучали, так и звучат по сей день. Митинги трудящихся прошли во всех районах Зауралья. В областном центре в шествии участвовали около 5000 человек. В целом по области на улицы вышли 26 тысяч зауральцев. Юрий Пестерев, Александр Менщиков, Светлана Брагина, телекомпания «Регион 45».